Слава нашему Господу! Прежде всего, хочу поздравить всех тех, кто сегодня здесь в Доме молитвы, и тех, кто смотрит нас по трансляции с этим прекрасным днем Рождества Иисуса Христа, и также пожелать, чтобы тот, который пришел в этот мир, Иисус Христос, родившийся в мир, также поселился Духом Святым в нашем сердце и помог нам двигаться или познавать больше Бога. А для тех, кто еще не познакомился с Господом, мое пожелание, чтобы вы дали возможность Иисусу Христу вселиться Духом в ваши сердца. Пусть Господь благословит каждого из нас. Хочу прочесть всем знакомые слова, некоторые стихи, которые в свое время Христос в беседе с Никодимом сказал. Иоанна 3, 3 глава, 16 и 17 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Эти стихи говорят о Божьей любви. Бог возлюбил человечество, человека. Грешного человека, но Бог его возлюбил. И продолжает любить человека. И сегодня мы собраны здесь, на этом месте, и в очередной раз Бог говорит о своей любви каждому из нас. Бог напоминает о том, что Он пришел в этот мир, спустился с небес, стать человеком и по виду стал как человек. Это Божья любовь. Она простерта к каждому из нас, братья и сестры. И мы должны оценить это понять это, что Бог любит нас. Нам порой непонятно это, как так, грешного человека или человека, который негодный, человека, который грешит, человека, который хулит Бога, а Бог его любит. Нам порою непонятно. Обычно мы любим людей, которые нас любят. И Господь говорил о том, что вы любите любящих вас, не то ли делаете язычники. Но так человек устроен. И когда говоришь порой человеку, полюби его, люди говорят, за что? За что? Но, братья и сестры, Бог возлюбил нас ни за что. И продолжает это делать. Как-то в одной семье многодетной было много детей, и один из детей не знал Господа и не совсем хорошо относился и к родителям. И, возможно, когда мама молилась, он говорит, зачем ты это делаешь? Я взрослый человек, я знаю, как жить. И кто-то однажды спросил мамы, мама, у тебя много детей, кого из них ты больше всего любишь? И как вы думаете, какой ответ? Какой ответ? Того, кто не знает Господа, этого непослушного. И порой мы думаем, почему так? Потому что именно этот больше всего нуждается в любви. Так и в наших семьях, дорогие братья и сестры, мы любим наших детей.
И Бог любит Своих детей, и все человечество возлюбил, что отдал Сына Своего, чтобы спасти. Братья и сестры, это Божья любовь. Он иначе не может. Он есть любовь. Написано, Бог есть любовь. Он любит человека. В каком бы состоянии человек ни был, Он любит. Как солнце согревает сегодня злых и добрых, так и Бог сегодня любит всех одинаково. Солнце не может не греть. Если оно не греет, значит, есть причины, какие-то препятствия, что заслоняет его. Дорогие братья и сестры, Бог настолько возлюбил человечество, что послал Своего Сына Иисуса Христа в этот мир, чтобы спасти человечество, чтобы спасти человека. И когда мы празднуем это Рождество Иисуса Христа, мы прежде всего говорим о неком спасении, которое Бог принес в этот мир, принес человечеству, принес человеку лично. И Господь своей стороны все сделал для человека, чтобы его спасти. Есть Божья часть в спасении. И Бог со своей стороны все сделал для человека. Иисус Христос, Он родился, Он жил на земле. Он послужил личным примером, как жить на земле среди невзгод, среди обстоятельств разного рода, среди людей, которые окружают, которые неблагосклонно иногда относятся, не совсем правильно воспринимают тебя. Христос дал пример, и в конце своего земного пути Он зашел на Голгофу, на крест, взял наши грехи, наши преступления и пригвоздил. Дорогие братья и сестры, это Его часть, это Божья часть. И мы сегодня вспоминаем и говорим о Божьей любви, о том, что Бог со Своей стороны для нашего спасения все сделал. Я хотел бы сегодня говорить о второй части нашего спасения, это наша часть. Бог своей стороны все сделал, а сегодня есть наша часть, и мы читаем, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий, то есть Бог хочет, чтобы люди приняли Его, поверили в то, что Иисус Христос пришел на землю. Бог хочет, чтобы люди обратились к Нему за помощью. Господь хочет, чтобы наше сердце, оно было открытым для Господа. Бог хочет, чтобы человек воззвал Господу, обратился за помощью, сказал: «Господи, прости меня». К Римлянам 10 глава, 13 стих говорит: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий. То есть спасение принадлежит всякому человеку. Единственное, что Бог хочет, чтобы человек поверил и призвал имя Господа Иисуса Христа. Я вспоминаю одну беседу с одной сестрой, она не из нашего города. Она рассказывала о своем спасении, о том, что Бог пришел в ее жизнь. Она открыла свое сердце для Господа, но она переживала за своего отца, который не знал Господа. И вся жизнь так прошла вне Бога. И хотя она всячески молилась, говорила Ему, Он не принимал, Он не хотел принять эту благую весть о спасении. И время шло, Он заболел онкологией.
четвертая стадия, она понимала, что время мало осталось жить на земле. И она своей стороны, как я уже сказал, все попытки сделала, чтобы помочь своему отцу, чтобы тот открыл свое сердце для Господа. И однажды в один вечер она говорит о том, что я написала грехи, которые обычно люди грешат. И подошла к своему отцу и говорю: «Папа, я вот написала грехи, может быть, давай помолимся, я буду медленно читать, а ты, если это отзываешь в твоем сердце, ты скажи: Господи, прости меня, Господи, прости меня». Он согласился. Я прочитала с этого листочка эти грехи, в конце побудила его: «Папа, повтори за мной молитву. Давай помолимся». Она понимала, что его дни сочтены на земле. И несмотря на то, что из года в год празднуется этот праздник Рождества Иисуса Христа, говорится о спасении, благая весть звучит, а этот человек, он не знает Господа. Он согласился. Он повторил эту молитву. Сказал: «Господи, прости меня». Так как вечернее уже было время, мы легли отдыхать. И на утро он обращается ко мне и говорит: «Инна, а где тот листок, с которого ты читала вчера молитву?» И она говорит: «Почему ты спрашиваешь?» Она говорит, то есть он говорит ей: «Иисус Христос приходил ко мне ночью. Господь сказал мне, что ты повторил молитву за своей дочерью, а я хочу, чтобы ты от сердца это сказал. Я даю тебе 3 дня для покаяния. И хочу, чтобы за каждый грех, который вчера звучал, ты попросил прощения у меня». Она говорит: «Я понимаю, что если это все правда, через 3 дня моего отца не станет, Господь придет, чтобы взять его». Вот проходит 3 дня, и она говорит: «Так и случилось». На 3-ю ночь он отошел к Господу, и все то, о чем он сказал, как будет проходить, все так и произошло. Дорогие братья и сестры, о чем я хочу сказать? О том, что есть Божья сторона, которую Бог сделал для человека. А есть наша часть – поверить, принять, призвать Господа в свою жизнь, дорогие братья и сестры. Это наша часть, и Бог хочет, чтобы эту часть мы сделали. Я сегодня обращаюсь к тем, кто, возможно, впервые в нашем служении. Мы говорим о Спасителе, мы говорим о спасении. Мы говорим о том, кто родился, кто пришел, кто любит нас. Сегодня ваша часть – принять его в свое сердце. Сказать: «Господи, приди в мою жизнь, Господи, прости мои грехи». Дорогие братья и сестры, жизнь этого человека, она закончилась на земле. И многих других людей, которые были с нами в нашей церкви, жизнь закончилась, но наша жизнь продолжается на земле. И Бог хочет сказать о том, чтобы каждый из нас продолжал совершать свое спасение, потому что так Библия учит, говорит об этом. И многие места Писания говорят о том, что наше спасение, оно имеет продолжение. 1 Петра, 2 глава, 2 стих говорит: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». То, что мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, кто не принял, есть возможность принять. Это хорошо. Я хотел бы обратиться к нам. Наш дух,
Он возрожден для Бога. Бог пришел в нашу жизнь, в наше сердце. Мы являемся храмом Божьим. Дорогой друг, брат и сестра, чем ты наполняешь свое сердце, чем питаешь свой дух? Сегодня ответь перед Господом. Господь говорит о том, что возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Бог хочет, чтобы мы читали Его Слово. Бог хочет, чтобы мы не оставляли церковь, чтобы мы посещали церковь. Бог желает, чтобы мы находили время для молитвы, для общения с тем, который нас возлюбил, с тем, который простил нам наши грехи. Бог хочет, чтобы мы находили время для того, чтобы переживать Его, получать у Него силу, кормить наш дух. Бог этого хочет. И это процесс всей нашей жизни. Только мы будем жить на земле. Бог хочет, чтобы мы занимались этим. Я иногда смотрю на тех людей, иногда встречаю в городе, которые были в рядах нашей церкви, которые сидели на этих скамейках, а сегодня по какой-то причине их нет. Почему? Спасенный человек, омытый кровью, почему сегодня его нет? Иногда с некоторыми беседую, а он говорит, а я уже столько времени не общаюсь с Богом, я уже столько времени не читаю Библию, я уже забыл, когда был последний раз в церкви, и вот результат налицо. Человек вне Бога, вне спасения, подобно блудному сыну, оставил своего отца, и где-то питается рожками. Дорогие братья и сестры, Бог не хочет, чтобы спасенный человек, омытый его кровью, питался этими рожками. Бог хочет, чтобы мы имели отношение с Ним, и это чувствовали, переживали Его повседневной жизни нашей. Вот этого Господь от каждого из нас хочет. И другие места Писания, которые говорят нам о нашем спасении, о том, что его нужно совершать. Филиппийцам 2 глава, 12 стих говорит: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Апостол Павел пишет филиппийцам о том, что спасение нужно совершать. Что это значит для меня? Это смиряться перед Господом. Это ходить в послушании перед Ним. Это работать над собой, над своим характером. Это противостоять всякому искушению, всякому злу, которое имеет место. Дорогие братья и сестры, Бог сегодня желает, чтобы наша душа, она была спасена. Мы говорим о том, что наш дух, он спасен, и Бог хочет, чтобы мы работали над нашей душою. Я думаю, что каждый из вас знает о своих привычках, о своих недостатках, о своем характере, о том, что имеет место в жизни негативное. Я думаю, что мы об этом знаем. И Бог в очередной раз напоминает о том, чтобы мы совершали свое спасение. И покуда человек будет жить на земле или живет на земле, это процесс всей нашей жизни – работать над собою, побеждать грех, противостоять греху. Это наша задача, это Божье поручение, это то, что Бог оставил для нас, дорогие братья и сестры. Мы не можем успокоиться и просто сидеть. Мы должны предоставить свои тела для Духа Божия, для Господа. Бог хочет, чтобы мы оставили всякий грех, оставили всякое беззаконие, если оно имеет место в нашей жизни, и не утешали себя тем, что мы спасены, а здраво подходили, здраво смотрели на себя, на то, что происходит внутри нашего сердца, на то, что происходит внутри нашего дома, нашей семьи. Бог этого хочет.
Бог хочет, чтобы плод Духа, он возрастал, и он будет возрастать тогда, когда у нас будут хорошие отношения с Богом. И если этого же не будет, придет на это место другое, придут дела плоти, они известны, суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, служение, вражда, ссоры, зависть и так далее. И в конце этой главы апостол Павел говорит, предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Речь не идет уже о спасении. Хотя Богом все сделано для человека. Бог отдал самого себя. Бог сегодня с нами и в нашей жизни. Слава Господу за это. Мы чувствуем Его, переживаем Его. Слава Господу. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вторая часть нашего спасения, она не была нам забыта. Чтобы мы правильно питали наш дух. Чтобы мы правильно относились к тем обстоятельствам, которые мы встречаем в своей жизни. Чтобы мы правильно проходили, Господь, трудности, которые есть в нашей жизни, потому что мы живем на земле. И нам может подходить ропот и недовольство, и какие-то рода обиды, и огорчения. Бог не хочет, чтобы мы давали место врагу в нашей жизни. Пусть Господь поможет нам понимать эти вещи и трудиться в своей жизни над собой, над своим характером, чтобы Господь прославился через нашу жизнь, чтобы Бог был в нашей жизни, чтобы мы праздновали не из года в год Рождество, а каждый день. Благодарили Бога за Его приход. Благодарили за то, что Он с нами, Эммануил, с нами Бог. И Бог желает быть в нашей жизни, быть ежедневно и постоянно. Но есть, как я уже сказал, есть Его часть, есть наша часть. Хотел бы, чтобы мы не забывали о нашей части, и пусть Господь благословит каждого из нас и поможет нам совершать свое спасение, чтобы впоследствии нам все вместе, как одной семьей, быть в том прекрасном небе, которое Бог приготовил для всех любящих Его. Аминь.